Всем ассаламу алейкум, друзья, всем привет, как у вас дела, надеюсь, у всех все хорошо. Мы приехали в Бурсу, город Гюрсу, город Бурса, ну, местно, как это называется, здесь махалле говорят, Гюрсу махаллеси. Получается, мы остановились в этом отеле, что сзади меня остановились, двухкомнатная квартира на один день. За 450 лир, это за двоих, это получается по 225 лир. Ну, в общем, первый день, ну, выспались, я не знаю, как зашли, искупались и вырубились прям. Только вот 12 часов дня только проснулись. Вот теперь гуляем по городу. Здесь. Сейчас хотим некоторые места посмотреть. Посмотрим, если что, пишите в комментариях, что вам здесь показать. Самое главное. Друзья, здесь Куртулуш Джами. Очень красивая мечеть. Вот здесь пахлава, друзья, смотрите. Сладости турецкие, смотрите. Турецкие сладости. Очень много здесь сладостей. Все сделано натурально, из меда. Это торты. Султан лукум, посмотрите. Фундуклы лукум. Рахат лукум, в общем. Много сладостей. Вот же конфеты, Суля. Друзья, вот конфеты. Вот, здесь тоже, оказывается, есть конфеты. Многие просто с Казахстана привозят. 54 лиры килограмм, 69 лир килограмм. Тофикс 54 лир. На 3 умножайте, тенге будет. Вот, посмотрите, 45 лир. Все это умножайте на тенге. Это все турецкие конфеты. Вот эти. 64 лиры. В принципе. Вот, видите, все есть. Друзья, здесь мойка. Вот такая. Моют машины. Вот, сейчас мы вот так посмотрим, потом с той стороны еще посмотрим, что здесь есть. Это, видимо, мы сейчас находимся в Гюрсу, ну, как бы в центре, что ли, что-то такое, да. Сейчас мы здесь найдем знакомых, здесь очень много знакомых, и что-то они нам расскажут. Посмотрим. Вот мотоциклы здесь, хороший Лифан, 150 кубов. Велосипеды, смотрите, какие... Правда, не знаю. Супер. Да, турецкий велосипед. Смотрите, как устроены. Это что за... Очень удивительно. Друзья, приехали в мясную лавку. Салам алейкум, кардашик. Один кило, сколько пара? 745 лир. Тамам. Teşekkür ederim. Ha, tavar eti, tavar. Kuzu mu? Kuzu, kuzu eti. Kemirsiz 180 lira. Aha. Kemirlisi 110-115. Tamam. Teşekkür ederim. Мясо, друзья, здесь дорогое. Друзья, встретили наших братьев из Казахстана. Это наш одноклассник Халил Халилов, отличник. Очки мне есть, на брат. А это наш учитель. Учитель истории. Сделай. В общем, мы сейчас в Бурсе. Здесь это город Гюрсу или поселок Гюрсу? Как называется? Город Гюрсу здесь, друзья. В общем, вот такие. Здесь какой-то маленький парк. Вот такие дела. Пишите, друзья, в комментариях. Где, куда нам, что нам посетить, что вам показать. Там я знаю, что много таких людей, которым интересно, как здесь живут в Турции. Пишите в комментариях. Хали, салам алейкум, брат. Красавчик, брат. От души спасибо. Помогаешь. С нами вместе ищет, друзья, где бы нам остаться. Чтобы самое главное не на лавочке, да, брат?
Друзья, здесь я заметил, пешеходы, автомобили пешеходов не пропускают. Маленько без этого, без правил ездят. Вот это я заметил. Абуняйм парк идут? Друзья, Гюрсу Беледия парк, вот называется. Какой-то парк. Я тоже ничего не понял, но очень интересно. А, здесь Ураза открывают, все здесь, а короче. Халил вон там где-то живет, друзья, у родственников тоже. Красавчик, сэкономил хорошо. Да, да. Друзья, Сулейман недоволен тем, что я снимаю видео. Говорит, типа, у тебя нету подписчиков. Давайте покажем ему, что у нас много. Поставим лайки и напишем комментарии. Почему? Друзья, красавчики, молодцы. Всем жму руку, кто подписан. Tamam orası değil Halil. Hemen orası daha iyi lan 120 lira nedir? 125 lira. Evet. Burada biz 225 veriyoruz. 100 lira şey. Друзья, мы сейчас один отель нашли за одного человека 125 лир. А мы остаемся в этом отеле, где 225 лир. Так что сейчас, если получится, там останемся. Если найдем подешевле, посмотрим. Просто, друзья, прикол в чем? Прикол в том, что здесь я за месяц квартира, вчера аренда квартиры за месяц 1500 лир. 1400-1500. А у нас даже если мы по 125 лир возьмем, это больше 3000 рублей. Ну, больше 3000 лир получается с одного человека. Это тоже дорого. Ну, у нас шансов больше нету. Пишите еще в комментариях, какие хотите цены, где, что, какие места мне посетить. Самое главное, это ваше желание, друзья. Ваши вопросы, это получается, ваши вопросы, мои ответы в видео будут, друзья. Пишите. Я на все постараюсь ответить. Так. 8000 лир. Велосипед, ой, 3800 лир вели. 2700. Это центральная улица, друзья. Вот ходим. Короче, здесь ходить и ходить, да, очень большие улицы, друзья. С одного конца на второй конец 4 километра, 5 километров. Ходи не хочу, короче. На ровном месте тебе это спорт, друзья. Устали ходить уже. Памятник, друзья, Ататюрка. Вот Мустафа Кемаль Ататюрк. Ататюрк. Друзья, смотрите, есть еще вот такие дома, старые, деревянные. Вот такие, видите? Вот.
Вот так вот. Так что, вот видите, какие есть дома еще. Ходим целый день уже. Километров 10, наверное, намотали. Гуляем, друзья, посмотрите, магазины. Здесь популярны вот такие мотоциклы, электробайки. Турецкие велосипеды, вот такие подножки у них, как на мотоцикле. Вот, друзья, детский парк, дети играют. Вот дома. Вот такой парк. Вон там наши братья сидят. Давайте вот так пойдем. Вот, друзья, квартиры. Посмотрите, это футбольная команда. Как называется? Он тоже не знает, видишь? Друзья, пишите в комментариях, кто знает. Друзья, вот эти места уже нам нравятся. Тишина, никого нету, аккуратно. Вот наш брат здесь живет. В каком доме живешь? Прямо по курсу? Вот в этом доме живет, друзья. Здесь сразу видно, друзья, другой уровень. Тишина. И вон мечеть, друзья, вон горы. Вообще красота. Друзья, вот ходим по городу, ночной город, Юрсу. Вот смотрите. Ну, такой простой город, друзья. Такого. Короче, сегодня пешком, наверное, 15 километров прогулялись. Там посмотрели, тут посмотрели. Честно говоря, ничего такого особенного нету. Простой городок. Таких, вот, главная улица, там есть более-менее красивые места. Ну, а так вот, зашли вглубь. Очень все здесь аккуратно, но, как обычно, да, любой город. Но есть одно но, друзья, здесь очень тепло. Вот мы гуляем в футболке, очень тепло, нету ветра, вообще супер. Вот здесь такие кафешки. Да-да. Кстати, друзья, я здесь замечаю, все малолитражные машины. Таких этих нету, как у нас ездят 5-литровые дерзкие машины, есть, таких нету. Здесь бензин дорогой. Из-за этого у всех вот такие маленькие машины. Экономичные. Вот такая машина. И она очень дорогая, чем по сравнению с нами. Вот такой Тофаш, смотрите. Вот, друзья, вот опять пришли в центр. Это получается, как бы, как сказать, как объяснить. Это парк. Типа центра. Вот такие дела. У нас прям вот эта гостиница вот здесь находится, прям близко. Мы, в общем, сегодня походили, ничего не нашли. Опять остаемся в этом дорогом отеле. Очень дорого. Нам еще надо другие места. Завтра, может, послезавтра. Дай бог, дай Аллах, все нормально будет. Поедем в другой город, Инайгюль. Там тоже поснимаем. Друзья, здесь я много вижу вот таких мотоциклов. Посмотрите. Электрических. Вот. Смотрите. Как обычно, вон там, видите, вот, вот только что увидел BMW, но это 100% малолитражная. Вот, смотрите, сатылык,
Арач. Продается машина 2011 года. 1.3 дизель. Цены нету. Цены нету, друзья. Но очень дорого, 100%. Видите, друзья, больших кубатурных машин нету практически, потому что бензин стоит, я не знаю сколько, но очень дорого. Здесь есть вот донерка, ну такие турецкие блюда. В основном донер. Друзья, мы приехали вот в такое кафе, здесь продают торты. Такие разных видов, друзья, вот видите. Здесь есть, не знаю, что это, видимо, сок. Вот, вот, друзья, мы с нашими братьями встретились. Это наши братья. Вот Халил брат, красавчик, Насим брат. Одноклассник он. Целый день мы сегодня ходили, друзья. Я, наверное, 2 килограмма потерял. В общем, это все хорошо. Вот с друзьями пришли. Заказали торт на встречу. И все. Это брат Мухаммед. Салам алейкум, Мухаммед. А это брат Ценад, да? Тоже Мухаммед. Мухаммед, да, тоже брат Мухаммед. Молодцы. Встретили нас хорошо. Вот в таком месте находимся. Вот, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Что мне еще здесь посетить, что снимать, потому что я не знаю. Здесь в Турции города очень большие, много чего есть, так что пишите в комментариях. Чакем мы видео, дышачан? Салам сөйле, аркеша, көв бахи. Чакем? Друзья, вот встретили наших знакомых. Салам алейкум. Вот заказали чай. Друзья, я что заметил, здесь в Турции пьют чай темный, горький чай. Вот такой чай здесь, оказывается, любят. Вот в таких стаканчиках. Друзья, встретили нашего брата. Русча konuşabilir misin? Bizim oğlanlara bir selam söyle. Bizim oğlanlara selam söylesene. Senin adın nedir? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, öyle adı. Mustafa Kemal. Selam söyle oğlanlara. Benim abi. Video çekiyorum abi. Biz arabayla geldik Türkiye'ye. Kazakistan'dan sonra Rusya, sonra Gürcistan, sonra bura. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize Bursa'dan, Gürcistan'dan kucaklarımızı selamlar yolluyorum. Aleykümselam. İnşallah iyisinizdir. Biz de burada işliyoruz. İyi yok Allah'a şükür. En kısa zamanda hep bizi buraya bekliyoruz. Kendinize iyi bak. Teşekkür ederim. Çok güzel. Buranın havası çok sıcak. Beğendim havasını. Havası güzel. Kışın kışın da soğuk oluyor. Aha. Tabii 3 ay 2 yarım 3 ay bir soğuk oluyor. Ondan sonra hep stabilliğe gidiyor. YouTube'a girsen Emil Süleyman Urucca yaz. Çıkar kanal. Как вы, братья? Шүкүрдеп. Казахстандын жигиттери. Казахстандын жигиттери. Друзья, посмотрите, вот мы. Это центр, да? Почти центр. Друзья, я не понимаю, где центр, где. Везде как-то одинаково. Это полуцентр. Это полуцентр получается. Вот здесь, смотрите, Зейнеп бутик. Продают этот. Здесь автобус. Все. В принципе, да? Ночная жизнь кишит.
Давай, тамам. Вон там что-то продают. Бас, кардешим, бас! Бас! Турецкая полиция, друзья. Байкера увидел, друзья. Наш коллега. Друзья, вот часы продают. А бу недир? Кокорич. Недир ки кокорич? Кузунун şey, кишкилеринден эт şey, тепкилер şey yapıyor. Короче, друзья, кокореч какой-то, не знаю, что это такое, но блюдо какое-то из кишков. Вот такие дела, вот, видите? Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Стараемся для вас, друзья. Так, вон там еще какой-то, очень, очень большой город, друзья, развитый. Видите, вот такие магазины большие. Но на одежду цены адекватные. Потому что, вот смотрите, эти тапочки стоят 25, ну 24 с копейками. Это умножьте на 3 и будет в тенге. Вот в тапочки. А? Йо, не надо. Я инстаграм. В инстаграме не сижу, я беру популярный. Знаю. Вот, друзья, вот здесь такие вот сладости продаются. Вот такие дела. Вот одежда. Цены здесь нету. Цены посмотреть надо. Вот Мустафа Кемаль Ататюрк. Здесь вот что-то строится, друзья. Видимо, тоже донерка или какая-то что-то такое будет. Кстати, да, вот видите, машины все малолитражные. Это Ford, Fiat, вот такие машины. Ну, редко можно увидеть вон такую машину. И то он тоже 1,6 объем. Вон Nissan тоже маленький объем. Таких кубатурных машин вообще я ни разу еще не видел. Только спортбайк увидел. И все. Вот бутики разные. Наши друзья показывают нам город. Друзья, 80 лир в тенге умножайте на 3. Вот. Это как бы распродажа. 80 лир то же самое. 80 то же самое кроссовки. 2000 тенге получается. 50 лир. 1500 тенге. 70 лир. 2000 тенге, 2100, 80 лир кроссовки, 80 лир то же самое, 80 то же самое, вот такие кроссовки. Это женская обувь, 70 лир. Салям алейкум, кардеш. Алейкум салям, абим, буйр, абим. Бюрк олса и. En ucuzu bu, пластиклерде, безлерде де, бак, бу. Kaç пара аралсы? Бак, бунлар 300 лир олур. Ага. En büyük boy ucuzu. Geliyor bakın çok az. Plastiklerde de 350 lira olur en ucuzu. Plastik mi iyi o mu? Plastik daha iyi. Plastik daha. 300 lira ya. İndirim olur mu? 400 lira 350 lira olur. O bu çok büyük ya. Küçük yok mu? Var. Onun içinde küçük yavrusu da var. Bunun içinde. Tabii. Bunun içinde küçük yavrusu var. O kaç para? Onlar 300 lira olur. Ha 300 lira. Aynen. Yani şu boyda işte. Şunun düşünkü mavisi. Tamam. Bununla aynı boy. Bu kaç para? İşte aynı işte. 300 lira. Aynı. Kim bunun daha iyisi var bu? 350 lira. Aha. Daha iyisi. Bir de bak bir şeyler var. Bezler var. Bunlar var. 250 lira. 250. Orta boy aynen. Aa, tamam. Biz geliriz. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, aha. Oldu. Здесь мечеть, друзья, Куртулуш Джами. Здесь раздают еду, сладости бесплатно. Вот. Икрам локма. Икрам локма. Бесплатно
раздают еду. Молодцы. Видите, все берут. Вот все. Вот такие дела здесь, друзья. Хош келдиниз. А этого человека я не знаю. Хепимиз. Хепимизин девасы. Дева. Дева демократии ве Анлатым партии. Это партия, да, какого-то человека. Я не знаю какого. Но вот такие дела здесь, друзья. Вот такие дела. Вот, друзья, наш район. Здесь видите, смотрите. Есть такие еще места, старые дома. Они идут, оказывается, под снос. Здесь не живут. Скоро сносят это здание. Вот мы здесь ночуем. Гюльчичек отель. Очень дорого, не советую. Вон там какая-то музыка, праздник идет. Там что, свадьба, да? Да, иди там, снимай. Друзья, только что мы пропустили очень хорошее событие. Вон там, оказывается, когда открывается ифтар, здесь празднуют и как-то устраивают мероприятие, собираются. Здесь, получается, здесь парк. Миллет Бахчеси. Это парк людей, как миллет. Нет, парк. Миллет. Как на русском? Миллет. Народный парк. Народный парк. Вот такие дела. Вот все идут туда. В общем, здесь суета, короче, друзья. Вот очень движуха такая ночью. Днем вообще не было, мало было движухи. А сейчас именно вечером движение пошло. Братья, спасибо большое, показали нам. Друзья, город угостили сладостями. В общем, красавчики. Спасибо большое. На связи. Халиль, брат. Красавчик, давай на связи. Мы пойдем, друзья, вон там снимем, что там творится. Вот, друзья, смотрите, люди собрались. Сейчас снимем, что там творится. Нам аж самим интересно стало. Как свадьба. Bir tane istek yapacağız hocam. Vallahi bitin diyorlar. Tamam. Son bir tane hareketli yapalım ondan sonra bitirelim. Ne yapalım? Друзья, встретили подписчиков. Салам алейкум. Салам алейкум. Красавчики. Узнали меня, друзья, в Турции. Siz nereden oluyorsunuz? Çudan mıdır? Bütün Erzurumlara gelsin. Ben Erzurumluyum ya bizde. Son istekler benden olsun. Ben Kocaeli'de onda yaşıyorum. Düğünüz varsa bak biz buradayız. Haberiniz olsun.